Итак, друзья, значит, решил я свою проблему, которая мучила меня почти год, и я и был озадачен, о том, как записать звук гитары сразу в линию на видео, без всяких там монтажей и использования программ, ну вот в реальном времени, чтобы все это происходило, чтобы он писал звук не со своего диктофона, а вот с сигнала, который вы туда подаете на телефон. У меня Xiaomi Redmi 8 Pro. И я когда-то задавался этим вопросом и искал ответ. Единственный ответ, который я нашел, никак. То есть все гайды сводились к тому, что никак. Но это во многом, наверное, потому что у них они не музыканты, у них не было вот такой штуки внешнего аудиоинтерфейса. А решение оказалось таким тупым и простым, что я не мог до него додуматься, потому что мне казалось, что ну это тупо, короче говоря, так не работает, наверное. А оказывается, что оно работает, нужно просто было купить этот переходник, а он у меня уже был, то есть он все эти там, уже ему там, не знаю, 2 года что ли. Вот, нужно купить его, воткнуть его в внешний вот этот аудиоинтерфейс, а потом его воткнуть в телефон. И все, все просто! Так что сегодня я попробую протестить и выложить результаты, то есть каким звук будет с микрофона. Вот смотрите, у меня тут такая система. Ну, я пришел сюда, к сожалению, я забыл, что у меня здесь нет второго держателя, вот такого вот. А вот этот держатель, он меня занят, я сюда ставлю телефон. Кстати, вот эти держатели, они вообще очень хорошо подходят для держания телефона. А вот тут пришлось привязать, вот так заколхозить микрофон, там, Sennheiser какой-то там дешевый, что там у нас, XS1. Ну, будем слушать. Ну, в общем, это оказалось палка о двух концах, потому что, во-первых, тут куча всяких проводов, у меня получается все пока что на соплях, это нужно отдельно продумывать. А во-вторых, как вы можете слышать, звук автоматом не стал, типа, гораздо лучше или лучше даже, так прям однозначно не скажешь. А все потому, что это тоже нужно настраивать, искать положение этого микрофона, чтобы захватить часть атмосферы, чтобы добавить немного естественной реверберации, возможно, и, ну, я не знаю, типа, и подобрать звук, чтобы он, ну, не был таким прямо плоским,